Перед началом своего видео хочу порекомендовать вам очень интересный канал «Катюшка Блогер». Катя снимает видео о своей жизни, о такой, какая она есть. Также она снимает видео о творчестве и челленджи. Переходите по ссылке на ее канал, обязательно подписывайтесь, вам очень понравится. Ссылку на ее канал я оставлю в описании к этому видео. Подписывайтесь. Привет всем! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами попробовать приготовить омлет в пакете. Я буду делать это в первый раз, и нам для этого понадобится 4 яйца, соль, молоко примерно 100 мл, чаша, где мы будем все взбивать, и два вот таких пакета. Вот. Также у меня в мультиварке закипает вода. Нам необходимо взбить яйца с молоком и с солью и вылить вот сюда в пакет, завязать и погрузить в кипящую воду на 30 минут. Вот. Посмотрим, что будет у нас получаться. Приступим. Я взбила яйца вот до такой пышной пены. Теперь необходимо сюда добавить молоко. Вот что у меня получилось. Теперь это необходимо перелить вот сюда в пакет. Еще раз напомню, что здесь два пакета, вложены один в один. Вот. Перелить и завязать надо выше, чем сама смесь, потому что омлет будет подниматься в процессе варки, и ему необходимо место побольше. Вот. Сейчас перелью и покажу, что получилось. Теперь нам необходимо переместить этот пакет в кипящую воду на 30 минут. Через 30 минут посмотрим, что получилось. Итак, прошло 30 минут. Я достаю пакет из воды. Сейчас я его достану из пакета и покажу вам, что получилось.
Вот такой омлет в пакете у меня получился. Хочу сказать вам, вообще удивительно пышный получился, такой вообще вкусный. Такой консистенции. Очень вкусный, нежный, пышный. И это очень полезный омлет, мне кажется, полезнее, чем жарить его на сковороде. Советую обязательно всем попробовать. Очень мне понравилось, теперь буду всегда так делать. Пробуйте, экспериментируйте. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ставьте лайки, комментируйте мое видео. Всем удачи, пока-пока.